Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Цветочные джунгли от блондинки», и я хочу пробежаться по своему саду и построить такой разумный какой-то план, потому что я очень боюсь, что я не справлюсь с теми объемами работы, которые уже возникли. С многолетниками справляться, в принципе, проще. Они цветут себе, растут сами. А вот комнатные уже срочно пора эвакуировать, потому что еще неделя жары, там и 30 градусов будет мелькать, но потом сразу резко будет 18. Гераням-то 18, это в принципе не проблема, но вот есть цветы, которым 18 и 13 ночью может не понравиться. Гипиаструмы у меня, конечно, повымахивали, и они продолжают расти. Вот это из одной луковицы такое семейство я рассадила, и они вот такие, как кони, повырастали. Но гипиаструмы тоже, они не боятся холода. А вот колумнии такая холодина через неделю, которая наступит, точно не понравится. У меня еще фантастическая, совершенно выросла сансивьера. Я пришла к выводу, что сансивьеры – это не просто уличные, это супер уличные растения, они так хорошо в тени. Такие красоточки, но про стрептокарпусы уже и речь идти не может. Это самые уличные из всех комнатных. Тут у меня такая бомбардировка яблоками идет. Я просто собираю самые хорошие, варю варенье, а те, которые ужасные, у меня уже даже руки не доходят. У меня такой большой объем дел, что об этом даже говорить бессмысленно. То есть вот тут у меня тоже гипиаструмы. Наверное, стоит выкопать дуранту поскорее. Она так красиво разрослась. Дуранта тоже супер уличная. И вот этот псевдоэрантемум. Какое же красивое это на улице растение. И дома он тоже не теряет вот эту шикарнейшую окраску. Я не знаю, как хои себя чувствуют. По-моему, они нормально к низким температурам относятся. То есть я себе вот намечаю растения. Псевдоэрантемум, дуранта, колумнея, сенсивьера. Бегонии тоже нормально держат холод, поэтому бегонии пусть пока будут в грунте. Я просто счастлива, что я хоть что-то посадила из хост. Потому что сейчас в первую очередь нужно начать с выкопки комнатных. Сейчас еще и сажать эту компанию в 60 растений. Получается, не с этого надо начать. А посмотрите, как у меня ктенанты разрослись. Как ктенантам нравится улица. Вот кто мне нравится. Мне вообще все растения, которым нравится улица, это вообще мои растения. Ну, суккулентики-то ладно, они еще переживут холод. Так, ктенанты, колумнии, вот это у меня первые красоточки такие вот. Им вообще нравятся не только улица, им еще нравятся бурьяны. Посмотрите, как они, бедняжки, летом подсохли. Вот сейчас начались дожди, только-только начали расти. Но холода нагрянут буквально через неделю. Антуриум тоже, наверное, не обрадуется, если вдруг холода нагрянут. Тут еще и филодендроны у меня есть. И даже аглоанемы. Тут у меня полнейшие тропики. А часть растений очень странным образом у меня росли. Вот тут у меня мы спилили шелковицу, и она вот сделала такой огромный куст. То есть, когда я сажала вот эти растения, тут было пусто, голо. Я посадила эониум, я думала, будет он на солнышке у меня расти. Посадила вот такую драцену, я тоже думала, она любит солнце. Но, к счастью, в эти солнечные дни вымахала, видите, вымахал тутовник вот этот, шелковица, и даже он посох.
А под тутовником иониум оказался просто в идеальном состоянии. Драцена вымахала, а фикус вообще стал неузнаваемым. Сейчас... Ой, где он? Вот, видите? Вот очень странная, конечно, у меня манера выращивания получилась. Но она случайная, конечно же. То есть я посадила фикус, он зарос, то есть сюда, ну, вот так шелковица выросла. И спасла мне фикус. То есть у меня сад такой умный, он делает более правильные вообще движения, чем я. Такое впечатление, что у меня ангелы-хранители спасают мои комнатные. Ну что, тут такие джунгли, так джунгли. Я не знаю, за что хвататься. Все жалко. И помидоры жалко, и растения сажать надо. И вот здесь куча мала надо выкапывать срочно. Ну, фикусы, ладно, они еще потерпят. Ну что, мне нужно поставить себе такую задачу. Эвакуация как минимум 10 растений в день. Ой, там еще... И фикусы, и чего там только нет. Туда просто даже не пролезешь. Они прекрасно самостоятельно росли у меня все лето. Вот. Эвакуация 10 растений домой. И посадка 3 растений, которые я купила. И мне надо отчитываться, давать отчет. Потому что даже агланемы. Даже агланемы. Ну что? Даже сингониумы. Чего здесь только нет. И куча неземной красоты, которую нужно сажать. Ну что, это все нужно делать. Я второй день причитаю, но все, уже план построен. И теперь 10 растений в день комнатных я буду высаживать в горшочки, те, которые растут на улице. И буду отчитываться. Вот я 10 растений посадила. И постараюсь 3 растения сажать из того, что я купила. Вот, пока что только обещания, пока что дел никаких. Так что с завтрашнего дня я уже точно буду какие-то результаты показывать. А сейчас всем удачи и здоровья!